В Заинске начинается сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок. Ярмарки будут проходить еженедельно. Первая в этом сезоне состоится 9 сентября на площади Дворца культуры «Энергетик». На ярмарке можно купить овощную, мясную, молочную продукцию по сниженным ценам. Кроме того, традиционно на ярмарках в продаже кондитерские изделия, товары народных промыслов. Продукцию представят крестьянско-фермерские, личные подсобные хозяйства, сельские поселения района. Начало ярмарки в 7 часов утра.